сегодня в Запорожской гимназии 107 общественная организация «Хелпер Запорожье» совместно с Главным управлением ДСНС Запорожской области при участии и, скажем так, огромной поддержке генерала Левского Алексея Николаевича организовали учебное мероприятие для учеников начальных классов. Это практическое занятие и информационная подготовка, как себя нужно вести в чрезвычайных ситуациях. Я искренне надеюсь, что ребятам эта информация на практике никогда в жизни не понадобится, но я действительно уверен, что эта информация им нужна, и она должна быть у каждого. Глядя на лица детей, можно было видеть, что действительно им понравилось, действительно дети получили нужную информацию. Ну и, конечно, безусловно, самое интересное, это было практическое занятие, это то, как ребята одели костюмы настоящих пожарников, подержали гидрант, в общем, ребятам понравилось. И я хочу сказать, берите пример, и еще раз огромное спасибо в том, что в этой инициативе вот мое обращение было максимально оперативно поддержано, и мы вот совместно, еще раз скажу, с управлением организовали вот такой вот праздник, можно сказать, информационный праздник для детей. Починав все світ, хто міг, той підіймав все це і йшов. Ішов собі високо в гори, взявши у похід свою надію сильну, як любов, що все буде добре для кожного з нас, що все буде добре. Вогні, все далі-далі змінювали світ. І ми все вище, бо в долині небо не таке, і далі щось веде мене в похід.